Ви дивитесь «Таємниці Гросмейстера», я Ігор Міщенко, і ми починаємо. Гросмейстер Вільгельміна Меттель. Сфера діяльності – театр та кіно. Титул – директор Київського сірого театру чуттєвого психоаналізу, акторка, модель. На її рахунку десятки ролей у кіно та театрах. Їй вдається перевтілюватися в абсолютно різних героїнь – від спокусниць та неймовірних красунь до навіть сороки. Мета – змінити тренди сучасного кінематографу, створити нове, світле, красиве, наповнене коханням, життям та чистими почуттями кіно. А ще – якісний та крутий бойовик. Зробити все можливе для розвитку кіноіндустрії в Україні. Таємниці знає, як бути щасливою, реалізованою та коханою жінкою. І просто зараз, вперше, Вільгельміна Меттель розкриє усі свої особисті та професійні таємниці. Здравствуйте, Вільгельміна. Здравствуйте. Готова відкрити нам свої тайни? Якщо захочу. Посмотрим. Який аспект або аспекти вашої життя найбільш таїнственні? Лична життя, професіональна? Наверное, это соединение личной и профессиональной жизни. Может, это избито, но в моем случае это более интересно, поскольку я не только жена, я актриса, а муж мой не просто муж, а муж-режиссер. И это уже сам по себе не совсем обычный брак. Ну, значит, жизнь должна быть на виду? Жизнь не просто на виду. Я бы сказала, что жизнь в искусстве 24 часа в сутки крутится. Разговоры об искусстве, о творчестве дома не прекращаются никогда. То есть это получается жизнь кино, жизнь театр, жизнь любовь. Это все в одном. Как вы пришли к такой жизни? Мечтали быть доктором, космонавтом, кем? Ну, наверное, неудивительно. Я была творческим ребенком с детства, да, это говорят все актеры, да, в моем случае это то же самое. У меня классные родители. У меня оба родителя педагоги. Папа педагог по физическому воспитанию, это одно, это полная противоположность, а мама педагог по русскому языку и литературе. Это такой симбиоз, на самом деле, это бомба, потому что папа воспитывал во мне любовь к спорту, к здоровому образу жизни, к прогулкам, к питанию, то есть это такое именно папино воспитание, баскетбол, кольцо, там, боевые искусства, все было. А мама у меня очень творческий человек, она меня так назвала, как настоящий педагог по литературе, она очень любит литературу, книги, фантазию, а соль, в общем, это все туда. Фантазия, мечты, мир, полный грез и страдания от любви. И она воспитывала вот эту тягу к искусству, к прекрасному. И я думаю, что актерская профессия, это, наверное, больше благодаря маме. С детства уже был опыт вот, выступления, какие-то стишки на табуретках? Я с детства любила кино. И, посмотрев какой-то фильм, я сразу представляла себя, конечно же, в образе главной героини. Да, там начинала носить мечи, мама мне носила меч, шпагу, в школу из школы я срубала какие-то кустарники. В общем, это было много всего, танцы, песни, пляски. А потом мне очень повезло, потому что в моем родном городе, в Евпатории, есть детский театр, детский профессиональный театр. Называется «Золотой ключик». Сами туда пришли или мама привела? Сама пришла. Я случайно узнала, что есть такое волшебное место, где дети-актеры действительно играют, а играют не просто спектакли, а по 500 спектаклей в год. Люди приходят по 50 тысяч в маленьком городе на эти представления, и в театре обучаются больше тысячи ребят. В общем, да, это на самом деле это целая такая детская корпорация театральная. Серьезный опыт с детства. Да, да, это на самом деле по уровню подготовки это практически институт, потому что у нас были абсолютно все актерские предметы, сценическая речь, сцен движения, танец, этюды, разрабатывание, спектакли. Сколько лет вам было? Простите за такой... Лет, наверное, 10, потому что мне уже нравились Spice Girls. Да, наверное, 10 лет. Борьба за роль. Это было, это уже тогда было. И вот мне первую роль дали. Ну, это да, смешно говорить. У меня была роль сороки, сорока, сорока в «Золотом ключике». Кто такая сорока? Но это было классно. Не самая плохая роль, я считаю. Я вышла на сцену, я увидела эти софиты, этот свет, люди. Конечно, лиц не видно, но ты видишь, что они сидят в зале, и они на тебя смотрят. И вот, да, и ты для них. А потом запах кулис. И гримерка, и ты можешь себя гримировать. Боже, это такая фантастика. То есть это наркотик своего рода. Да, это любовь навсегда к сцене, к искусству, я не знаю, к чему, к кино, но вот это вот желание подарить как бы себя и увидеть какой-то отклик, да, это с детства. Даже в роли сороки. Сорока была классная. Она делала тра-та-та-та-та-та. Когда вы решили в какой момент, что это будет ваша профессия?
Всегда хотела, потому что искусство, как бы оно не прекращалось, оно просто меняло свою форму, форму за формой. То есть то это была музыка, то танец, то боевое искусство, там какие-то зачатки телевидения, телеведущее, кино. Ну, в общем, все по чуть-чуть, оно, это все логично. Образование дает вот, серьезная подготовка актеру или все-таки практика должна быть? Ох, меня тоже убьют за эту фразу. Нет, не дает. Мне не нравится наше образование. Либо у нас изжилась... Я училась в Харьковском университете искусств. У меня были хорошие педагоги, но я считаю, что 5 лет — это слишком много для этой профессии. Можно это все дело ужать, сформировать более целенаправленно, без каких-то лишних предметов, которые актеру не нужны. То есть сделать такие супер-мега-курсы на 2 года, в которые актера будут действительно учить, как солдата в армии. И этого будет достаточно. А потом в опыт, сразу в кино учиться, учиться, учиться. Да. Мотив пойти в актеры. Вы о себе можете говорить или о ваших однокурсниках. Угу. Вот насколько он меркантилен? Это, ну, в плане желания славы и денег, легкого пути? Или все-таки этот внутренний какой-то творческий порыв и вопросы меркантильны на втором плане? Угу. Вот обычно по человеку видно. Вот какой-то такой мальчик. Они в разных рядах сидят, да? Вот видно всегда. Вот симпатичный, смазливый мальчик какой-то, такой блеск в глазах. Меркантильный немножко, хочет в Голливуд. Да, это видно. А бывает и девочка, вот такие вот глаза, русые волосы по пояс. Я хочу играть, и мне не важно что. Я хочу играть бабку какую-то сморщенную, там с бородавкой. Мне не важно, я хочу играть. И ты видишь, ну это все, это искусство. У всех разное. У меня лично... Не знаю, это глупо, но вот судьба подтолкнула просто. Я не думала, как оно будет. Но меркантильность, конечно, есть всегда. Хочется стать звездой всем актерам. Я думаю, всем. Даже бабке с бородавкой. А работа тяжелая? Работа... Опять же, у кого какое мнение? Я считаю, что тяжелое, потому что, наверное, как кто вкладывается. Если смотреть как с точки зрения ремесла, то есть когда ты просто открываешь текст и сходу начинаешь читать, когда ты уже научиваешься там что-то изображать, ой, слезы, о-о-о, то нет, тогда это несложно. А это что получается... самое сложное самое для вас? Для меня самое сложное – анализ роли, подготовка к роли, потому что, ну, лично я для себя вывела такую формулу, что правды не будет на экране, пока я не найду эту правду в себе. То есть я каждый образ должна настолько примерить на себя и понять, вот, допустим, ну, у каждого образа какая-то есть цель, какая-то мотивация вообще, зачем он, что он действует. И почему он так действует, и чего он в итоге хочет добиться. И вот это, чего хочет добиться, это в основном какие-то очень обычные, стандартные вещи. То есть это либо добиться любви чьей-то, либо спасти брак, либо завоевать чье-то внимание, уважение. То есть это какие-то вещи, не что-то там, вот оно тут, оно общечеловеческое. И получается, чтобы выйти на вот это, как это достичь, ты должен это в себе искать. И бывает это очень неприятно, себя анализировать, в себе копать, потому что это же все идет через боль, через какие-то не очень приятные моменты из прошлого, воспоминания, обиды на родителей, на друзей, неважно, это твои промахи, и не пройдя через это, ты не выйдешь на эту боль. И вот в данном произведении, в данном образе ты можешь это перебороть, ты можешь ту ситуацию перебороть, ты как бы пережил прошлое дважды, и это классно. Театр или кино? Театр. Кино — это деньги, это слава, это успех, узнаваемость. Ну, мы все это знаем. Зачем это говорить? А театр — это классно, потому что это процесс на одном дыхании. Ты выходишь, ты — это уже не ты, ты — это не ты. И ты все, ты до финала, до поклона — это не ты. Нет ни дублей, нет ни режиссеров, нет ни «ой, свет плохо упал, ой, давайте поправим грим». Все, ты просто играешь, ты живешь. Ну, это потрясающе, я не знаю, каждый актер, я думаю, кто играл на сцене, если это пережил, это наркотик. Да, это наркотик. Когда ваш муж предложил, или не знаю, или вы прошли кастинг, как это происходило, роль в фильме «Мыслители», он знает вашу позицию по поводу того, что все-таки театр на первом месте? Да, конечно, знает. И тем не менее он предложил. Что делать? Кино — это бизнес. А вы согласились, потому что мужу отказать? Нет, я согласилась, не потому что мне было очень интересно сыграть женскую роль с боевыми искусствами, связанную.
А у меня достаточно такой сильный женский персонаж, тоже, опять же... В физическом смысле. Да, 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 со своей историей, с прошлого, то есть она не просто так сильная. И там есть сцены с драками. А я очень люблю единоборство, я просто обожаю единоборство, поэтому эта часть мне была особенно интересна, ну, кроме всего прочего. Поэтому я согласилась без колебаний. Что вам больше всего понравилось в вашей героине? А может быть, не понравилось? Мне скорее не понравилось. В ней есть такие люди, которые боятся раскрыться. Возможно, да, у них было какое-то очень тяжелое прошлое, беды, обиды, обидел мужчина, неважно. И вот это настолько закрытые люди, я встречала таких в жизни, я, пожалуй, наверное, с них и пример брала. Улитка в ракушке, не расколешь, не подкопаешься, даже если она знает, что да, вот этот человек, она может быть с ним счастлива, это он, ну душой ты всегда чувствуешь, что это оно. Она не раскрывается, то ли из принципа, из страха, это не важно. Это меня просто убивало, потому что весь фильм моя героиня закрытая, она не подает виду, хотя любовь, вот она, 20 сантиметров от нее. Вы могли сказать режиссеру, ты что вообще себе думаешь? Давай делать иначе. Такой образ. От образа не уедешь. Мы же не себя играем. И тем не менее, споры. Вот как вам вообще работа с мужем? Работа с мужем... Многие актрисы снимают, ну не многие, но по крайней мере такая практика, известно сниматься у режиссера мужа. Да, есть вообще такое как бы мнение общее, что счастлива та актриса, которая вышла замуж за режиссера. Я тоже согласна, потому что это какая-то гарантированная работа, может не частая, но она будет. Но тут есть свои тонкости. Все актрисы об этом говорят, если у них спрашивают конкретно об этой части их жизни. Режиссеры наиболее требовательны к своим женам. Я не знаю, что происходит, что это за магия, плохая, хорошая, я не знаю. То есть вы пострадали по максимуму. Я не понимаю этого процесса, но да, Винсент Мэттель, мой любимый муж, наиболее требовательный на площадке именно ко мне. Но я думаю, что это плюс. Ты больше работаешь, в итоге лучше смотришься. Поэтому надо это рассматривать как позитив. Какие у вас планы творческие? Творить вместе с мужем, поскольку, наверное, все-таки я нашла... С мужем, да, в кино. Да, я нашла того человека, с которым у меня мысли сходятся. У нас есть несколько интересных идей. Очень хочу, чтобы у нас получился фильм в духе Амели, что-то совершенно волшебно-сказочное, такое воздушное, но наполненное, не такое, как мыльный пузырь. Лирическое, про любовь, чистое и светлое. Я хочу светлое кино. Мне не хватает сейчас кино света. Я вижу на экране грязь, жестокость. Я понимаю, это модно, да, и сексуальность, это модно, это хорошо, но чистота пропала. Вот хочется эту чистоту как бы привнести обратно. Может быть, зрители не покупают просто чистоту? Очень хочется сделать так, чтобы что-то их в этом зацепило. Может, что-то другое, как-то по-другому подойти к этому вопросу. Но в итоге, чтобы это их проняло, чтобы такое кино стало популярно. А с другой стороны, хочется вернуться в 90-е или конец 80-х, когда были модные боевики. И снять классный боевик. Опыт есть. Да, Брюс Ли, моя легенда, мой учитель, обожаю его. И вот что-то в таком духе, да, парням это близко, почему бы и нет. Вы верите в украинское кино? Да, я верю, поскольку сейчас все работают. Это так классно, зашевелились все. Если раньше, может, кто-то халтурил и филонил, потому что считалось, что, ой, ну да, планка, ой, да их и так хватит, ладно, сериал какой-то снимем, и так хватит. То теперь я понимаю, что каждый как бы работает на себя, все понимают, что есть возможность пробиться. И когда есть этот свет в конце туннеля, да ты к нему идешь. Да, это классно, у украинского кино определенно есть будущее. Вы счастливы? Да, я счастлива. Спасибо, что поделились с нами вашим счастьем. Спасибо вам большое за вопросы. Це були таємниці гросмейстера. Побачимось через тиждень. Буде нова партія з новим гросмейстером.